Седьмые международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке. Команды из 26 стран будут соревноваться в 19 спортивных дисциплинах – стрельбе из лука, бадминтоне, баскетболе, боксе и многих других. В состязаниях участвуют дети до 16 лет. Работу игр обеспечат волонтеры из Алжира, Малайзии, Южной Кореи и других стран. Добровольцами станут люди, прошедшие отбор. Неотъемлемая часть игр – эстафета огня. На территории природного парка «Ленские столбы» зажгли огонь и пронесли его через полстраны до места проведения соревнований во Владивостоке. Кроме того, на играх представят масштабную культурную программу и творческие фестивали. Спортивные игры «Дети Азии» начнутся 27 июля и завершатся 8 августа. Их организуют каждые 4 года. Впервые они прошли в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения.